Сегодня Харьков принимает форум «Женщины за мир». Более 500 женщин собрались сегодня в Харькове, как представители Харьковской области, так и Сумской, Житомирской, Запорожской, Донецкой контролируемой части, Луганской контролируемой части, то есть севера, центра и востока Украины. Цель форума – это в первую очередь объединить усилия женщин ради мира, ради миролюбия, толерантности, взаимопонимания в нашем обществе. Правила форума. Здесь запрещена любая политическая агитация, призывы к агрессии, к насилию, а также здесь запрещено поднимать вопросы религиозные, языковые, те, которые сегодня иногда раскалывают наше общество. То есть у нас сейчас не стоит задача, да, встать на очередную баррикаду, то есть у нас баррикад настроили, что к чему это привело, всем понятно. То есть мы должны донести, что мы, женщины, хотим мира, и мы... Ну, понимаете, как посланцы мира, мы должны сеять добро, взаимопонимание, уважение, толерантность. Очень приятно и радостно осознавать, что этот повод вне политики. Здесь собрались женщины социально активные, как вы понимаете, прийти сюда, прийти на форум, зарегистрироваться, думать о том, что они хотят принести миру. Однозначно, это активная социальная позиция. Надежда есть огромная на то, что при помощи женщин, их такого рационального, основанного на любви, подходе к жизни, мы сможем добиться определенной стабильности, мира и любви и в нашей стране, внутри нашей страны. У нас есть декларация, в которой прописаны наши идеи, а наша идея – это мир. Вот. И мы очень хотели бы, чтобы идея мира в Украине попала бы как можно к большему количеству людей. Задача женщин, мам – это сделать все, что в наших силах. Не остаться в стороне, когда сегодня в стране действительно очень сложная ситуация. И приложить, объединить все наши усилия, чтобы помочь нашей родной Украине выйти из сложной и непростой сегодня ситуации. Мы обязательно положим начало положительным изменениям в нашей стране и обязательно приведем страну к полномасштабному миру.